«Супершеф Дети». Захватывающее, уникальное первое детское кулинарное шоу Северного Кавказа. Новое слово в развлекательном телевидении. 24 лучших маленьких повара от 8 до 12 лет будут соревноваться в приготовлении блюд, с которыми справится не каждый взрослый. Мы получили сотни заявок от юных кулинаров со всей республики и отобрали самых ярких, общительных, ну и, конечно, талантливых школьников. Их ждет не просто обмен кулинарными рецептами, а настоящая битва фартуков. Много вкусняшек разных на свете, их вам приготовят супершеф-дети. Под чутким руководством председателя жюри, мирового судьи и главного бренд-шеф-повара Гоги Базандарашвили мальчишки и девчонки откроют для себя новый мир, королевство десертов и планету горячих блюд. Преодолеть все испытания и стать маленьким супершефом удастся лишь одному. Победитель получит не только славу, уважение сверстников и кулинарный опыт, но и солидный призовой фонд. Меня зовут Султан Трамов. Добро пожаловать на нашу кухню! Вы лучшие дети! Я была радостно в шоке. В первый конкурсный день наших участников ждал неожиданный сюрприз. Показать настоящий мастер-класс юным кулинарам пришли мировые звезды ресторанного бизнеса. Самый известный отечественный эксперт по барбекю Николай Баратов. Шеф-повар из Маврикия Алан Паен. Очаровательная гостья из Маврикия, именитый шеф-повар Мэрилин Паен. Гость из Эстонии Тауна Лаази. Дон Давид Исрафилов. И победительница международного гастрономического фестиваля «Визит Дагестан-2019» Хатуна Григолия. Почетная миссия дать старт первому детскому кулинарному шоу на Кавказе была возложена на почетного гостя проекта, вице-президента Федерации рестораторов и ательеров России Леонида Гелептермана. Для нас очень большое удовольствие видеть, как развивается сфера гостеприимства в Республике Дагестан. Мы рады тем изменениям, которые происходят на наших глазах, и это замечательные положительные изменения. Мы рады, что дети стали интересоваться все активнее этой профессией. Путем жребия наставники выбирали себе в команды по 4 юных повара и, познакомившись с ними поближе, приступили к основному испытанию нашего шоу – готовке. Ох, и жарко же будет сегодня на кухне! Ну что ж, со всеми мы познакомились. И теперь я прошу Гоги дать старт нашему проекту. 5, 4, 3, 2, 1. Нашим наставникам предстоит выбрать одного участника из команды и в течение 3 минут определить те продукты, которые им необходимы для сегодняшней победы. Я надеюсь, наши команды готовы. Поехали! Дон Давид уже закончил выбор. Осталась минута. Пять, четыре, три, две, одна. Стоп! Все, финиш! В эфире исторически познавательная страничка от Киргу.
Бренд DeLonghi образован аж в 1902 году. Но давайте посмотрим эту рекламу в цвете. Компания DeLonghi. От кофемашин до мультигрилей. Самая надежная техника здесь, в торговом доме Киргу, доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. Выбирайте то, что подходит именно вам, и пользуйтесь на здоровье. Ваша задача – приготовить один суп и один салат. На все про все у вас ровно 30 минут. Поехали! Итак, время пошло. Я готовила вместе с шеф-поваром Дон Давидом. Он мне очень понравился, так же, как и моя команда. Мне очень понравилось работать с таким наставником, как Алан Пайен. Хотя с ним было немного тяжело, ведь он был из Маврикии, и он не знал русского языка. Но, к счастью, я хорошо знаю английский язык. И я смог всем соучастникам перевести все то, что он говорил, на английском языке. Когда в каких-то местах я не мог понять то, что он говорил, я говорил на русском, например, я у него спрашивал, что сделать. Мне казалось, что он понимал русский язык, но не мог разговаривать на нем. Я ему говорил, лук порезать, он говорил, да. Все вместе, если мы соберемся и будем готовить, мы сможем приготовить лучше, чем любой иностранный шеф-повар. Гоги, тебе не кажется, что мы дали слишком мало времени нашим участникам? Вполне достаточно времени. Как думаешь, есть какие-то лидеры у нас сегодня? Уже показались. Хотел бы я оказаться на месте дегустатора этих блюд. Давай, как-нибудь в следующий раз. Компания Kenwood уже много лет является партнером проектов торгового дома Киргу, кулинарных шоу, которые наверняка одни из лучших на Северном Кавказе. Проект «Супершеф Дети» не стал исключением. Наверное, поэтому все блюда, приготовленные нашими участниками, такие вкусные. Если хотите, чтобы у вас дома были такие же потрясающе вкусные блюда, приготовленные на раз-два, то приобретайте технику компании Kenwood. Торговый дом Киргу – дом, в котором есть абсолютно все для вашей семьи и даже вся линейка техники от компании Kenwood. До встречи! Очень понравился наш повар. Мне кажется, что наш повар лучше всех. И я хочу похвалить нашу команду за то, что она как бы делала все для того, чтобы выиграть. Приблизительно я хочу сказать, что он добрый, что он поддерживал, что он не говорил, что нужно что-то лучше, он не хотел что-то изменять. Я хочу сказать, что он хороший, добрый, поддерживает, и он хороший наставник.
что у нас главное на кухне? Чистота! А какие характеристики? Во-первых, удобство в обращении. Доступная цена, немецкое качество, современный дизайн. Уважаемые телезрители, а вы, наверное, думаете сейчас, о какой компании я говорю. Подсказываю. Техника со вкусом. Правильно. Зигмундштайн. Пап, я тоже хочу готовить с этими дяденьками. Мой дорогой, у тебя сегодня особая миссия. И я расскажу тебе о ней чуточку позже. Бокс номер 6. Хатуна Григория со своей командой уже готовы сдавать нам свое блюдо. Но давайте все-таки запасемся терпением. У нас как-никак осталось 4,5 минуты до окончания всего нашего кулинарного поединка. Считаем все вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, стоп! Все, остановились! Гоги, приятного аппетита тебе, что ли? Вот смотри, какой интересный салатик с клубничкой. 10 на 10. Видел такой салат? Больше всего чувствуется яблоко и банан. Very good song. Это розовые девочки. Розовые девочки. Есть еще одно уникальное место, к которому как никогда подходит девиз торгового дома Киргу. Место, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. В данном случае я говорю о супермаркете, который стал партнером проекта «Супершеф Дети». Именно поэтому наши участники могли готовить любые экзотические блюда. Это супермаркет «Зеленое яблоко». Но сегодня зеленое яблоко нас привел вкус. Вкус, знакомый с детства, который дарил нам напиток Денеп. Гоги, скажите честно, вам понравилось? Мне понравилось. Хочу конечные итоги сказать по баллам. У меня есть предложение, Гоги. Давайте сегодня не будем выставлять баллы. Сегодня первый праздничный выпуск. И я хочу, чтобы сегодня не было проигравших. Сегодня все победители! Ура! Ну что ж, я приглашаю всех наших наставников. К великому нашему сожалению, нам пора с вами прощаться, потому что нас ждут другие города и страны, где тоже есть дети и где тоже есть люди, родители, которые тоже все очень любят правильно и вкусно поесть. Поэтому мы сейчас уезжаем, но мы оставляем этот проект в надежных руках Гоги Базандарашвили. И я ему сейчас вручу специальную медаль «Супершеф Дети», и он теперь будет отвечать за этот проект и за то, как вы будете расти настоящими шефами. Браво! Гоги Базандарашвили! Теперь самый ответственный! Цезарь! Цезарь!
скажем всем до свидания и до новых встреч. Вот мы и попрощались с нашими бренд-шефами. Но самое время познакомиться с нашими основными наставниками, которые будут готовить вместе с нашими участниками. Итак, встречайте! Руслан Имангазалиев! Известный бренд-шеф-повар. Его знают многие рестораны не только нашей республики, но и всей России. Денис Сава! Еще один наш яркий бренд-шеф-повар Аслан Ибрагимов. Еще один прославленный бренд-шеф-повар присоединяется к наставникам. Шахсалан Исаева, чемпионка мира по кондитерскому мастерству. Артук Агамелян. Еще один наш яркий кулинарный мастер и победительница международного гастрономического фестиваля «Визит Дагестан» Хатуна Григория! Сейчас мы будем определяться, какой из наставников отправится к какой команде. Наши участники уже на команды разбиты. Осталось понять, к какому боксу который наставник подойдет. В каждом из шаров есть номер бокса. Выбирайте цвет, который вам нравится, лопайте шар, внутри номер вашего бокса и той команды, с которой вы будете идти к финалу. Пять. Пятый бокс. Денис Сава отправляется к боксу. Четыре. Артук отправляется за бокс под номером 1. Номер 1, надеюсь, станет для вас счастливым, Артур. Шахсалан выбирает красный шар, который отправляет ее к боксу под номером 6. Номер 6. Когда я наблюдала с балкончика за детишками, мне очень понравилось, как кто-то нарезает, кто-то аккуратненько сервирует тарелочку. Ну, в общем, почему-то мой глаз спал именно на них, и я не могла от них оторвать свой глаз. Руслан Имангазалиев отправляется за бокс под номером 2. Номер 3, Аслан. Ваш бокс, ваша команда. Вот сейчас и начнется настоящая кулинарная битва. Я поздравляю наставников, поздравляю участников, но кулинарные битвы уже будут в следующем выпуске. Поэтому не пропустите «Супер-шеф-дети», выпуск номер 2.